Ну что, друзья, добрый день всем. Вот закончена работа по переделке в доме, соответственно, в деревянном дом брусовой, 15-й брус, вот, соответственно, снаружи зашит сайдингом с внутри вот такой вот вагоночкой красивой. Но все равно подумалось нам, что вот белые окна, они как бы расширят визуально, соответственно, стены. Ну и, конечно, вот это вот даже окно сделали больше раза в полтора, чем то, которое было. Вот, везде стоит 70-й профиль, но пакет одинарный. Почему одинарный пакет? Потому что от дороги все-таки дом этот находится 1.5-2 километра. Только зимой немножко слышно машины, но а летом, когда листва, вообще как бы очень здорово. Ну и вот посмотрите, очень тоже сделан подоконник. Это 30 сантиметров подоконник. Сделан так специально, хозяйка вот любит цветы. Посмотрите, усилен. Ну, в принципе, на нем может даже 1-2 человека сидеть спокойно, вот, свесив ножки, если очень будет нужно. Такие вот дела. Спасибо компании Falcon вот за эту работу. Очень все хорошо, очень все нам понравилось.